Вам здоровья, удачи. Вы помните, как пошли в первый класс? Помню. А ну скажите, как вы пошли? Пошел я в первый класс. Меня отец, я помню, поднял на руки. Я был в танкистской шлеме, все. И назвали Душенька Михаил. Отец поднимает меня, говорит, вот он. Я такой же. Полотняная сумка была, чернильница и так далее. Такие были. Это был 49-й год. У вас был свой стол? Стул? Стул? Да. В смысле? Ну, я знаю, я пошел в школу. Мне мама первым делом купила стул. А, нет. Ну, были стулья в комнате. Нас было четверо, поэтому кто впервые занял, сделал урок и следующий, и так далее. Мне женщина говорила, у нас не было стула, у нас была лавка на 2 метра. А, нет, у нас стул был. Даже скамейка вот такая. Первую учительницу помните? Первый учительница был Иван Михайлович Лиходед, учитель, мужчина. Мужчина был. Вы его запомнили на всю жизнь? Он меня и женил, возил в ЗАГС в 67-м году. И все, да, молодец. Это такой был учитель. А в какой школе, где вы учились? 85. Запорожье? Да, Запорожье. 85. Передайте этой школе привет. Так, выпускники и все школьники 85-й школы, примите большой привет от выпускника Михаила Ивановича. 1959 год. Вот будет 60 лет скоро. Здоровья, удачи, чтобы все у вас было хорошо. У вас кто-то пошел в школу сегодня? Ну, нет, племянник, вот 8 класс. Так, здоровья ему, чтобы он хорошо учился. Все, как, Леша. Какой совет дадите детям? Ну, учиться, как говорит, еще раз, не падать духом, не бояться трудностей, преодолеем все, и мы на правильном пути. Скажите, сколько оно простоит? Неделю. А может, все-таки у нас будут хорошие люди? Мы верим в это, что у нас да. Очень. Я думаю, вообще может табличку повесить это. Имейте совесть, а так позвонить для детей. Ну, может. А свой пойдет. Света, спасибо большое. Что вы будете здесь делать? Охранять ночью.